Welcome, my liege. С вами Роджин, и мы продолжаем проходить кампанию короля Артура. Морган Ле Фей. Пятая миссия Фея Моргана. Поехали. Sometimes those closest to you are not to be trusted. I thought our king remiss when he invited Mordred, son of his half-sister, the witch Morgan Le Fay, to join his knights. I warned him that Morgan had a terrible lust for power, and she would use her son to gain it. But Arthur preferred to keep the boy close. A few nights ago, Morgan and Mordred were found in the dungeons, enacting a terrible dark ritual designed to wreak havoc upon Camelot. Morgan hissed like a cat when the guards caught and expelled them both. I stopped the ritual, but I cannot tell what dangers she may have already unleashed. Вопрос: если они знали, что она является колдуньей, почему ее не сожгли на костре? Ну, обычно ж так бывает, правильно? Ну, в принципе, ладно. Camelot is already beset by troubles. A blood-encrusted gauntlet has been found at the North Gate this morning. Queen Guinevere recognized it as one of Lancelot's. She is beside herself with grief and has locked herself in her chambers. There is no doubt that this is Morgan's doing. We know not if Sir Lancelot still lives, but we must travel to Castle Chariot and confront the witch. Merlin will follow later. Godspeed to you. Поехали. You need to place a stockpile, my liege. Опачки, так я знаю, что это за миссия даже, я даже ее помню. Вот здесь вот камень просто ужасно расположен, вообще миссия уродская. Так, ладно, поехали, попробуем сейчас быстренько ее развалить. Тут нужно не проиграть. Тут, понимаете, самая проблема не в том, чтобы ее выиграть, а самая проблема в том, чтобы ее не проиграть. Это важнее, потому что если мы ее проиграем, будет не очень приятно. Здесь мы вполне можем поставить стену и вообще не напрягаться, просто забить абсолютно на все. Так вот, можем стену поставить и все. Да, здесь у нас будет каменоломня, да, здесь у нас будет вроде как добываться камень, приходите к нам. Но это не так сильно важно, как, например, что-либо другое. Можно даже поставить две каменоломни, этого будет вполне достаточно. Пока что. Так, теперь остальное золото у нас уходит на дерево. Нам нужно дерево. И не забыть заодно вот про вот этих вот ребят. Нам же работяги как-никак все-таки нужны. Раз, два, три, четыре. Прекрасно. Все остальное дерево у нас уходит на дерево. Как бы это странно ни звучало, но все-таки нам нужно дерево для добычи дерева. Потому что лесопилки-то тоже не дешевые. I hope Merlin arrives soon, my liege. I worry for the health of our champion, Sir Lancelot. И вот куда бы ее разместить? Куда бы ее разместить? Ну, в принципе, тут воздух куда ее. Поехали хоть куда-нибудь разместим. По деньгам у нас сейчас будет все нормальненько. Нам нужны деньги, кстати говоря. Будем добываться. Так, и 8 камней у нас осталось. Значит, перегораживаем здесь, перегораживаем здесь. И нужно будет еще поставить какую-нибудь башенку у себя в замке. Типа, это тоже неплохая такая основа для всего. Так, кухонка нужна будет здесь чуть позже. Давайте мы ее действительно чуть позже разместим, потому что все-таки нам нужны сейчас будут яблоневые садики. Причем я их буду размещать именно вот так. Can't place that there, my lord. Почему-то они не хотят, видите, не хотят больше строиться. Значит, буду размещать кривовато. Так, все. Здесь мы закончили с яблоневым садиком. Здесь надо теперь с этой стороны размещаться. Раз. Два. Три. И вот здесь вот будет последний. Соответственно, остальные яблоневые садики здесь, здесь, здесь. Здесь яблоневый садик не разместить, зато можно будет разместить вот эту вот штуковину. Все. В принципе, прекрасно. Здесь все прекрасно пока что. Но у нас уже по населению проблемы, только что нам приходится снова добывать население. Can't place that there, my lord. Такое, скажем, крусейдерское развитие, как обычно. Я люблю это говорить.
Но она немножечко не Crusaders, она просто обычная сильное развитие Stronghold'а. Да, конечно, я, скорее всего, не особо сильно развиваюсь, потому что в эту игру четко, прям жестко не умею, чтобы ее прям реально понимать. Но кое-как умею, в принципе. Почему бы и да? Так, здесь у нас все нормальненько. И вот теперь у нас начинаются проблемки. Вот теперь Моргана сейчас может нас атаковать вот таким вот образом. С помощью всего-всего, скажем так. Но нам нужно еще построить дополнительно вот сюда вот казарму и в нее закупать луки. Для того, чтобы у нас все было хорошо. Продавать камень. Естественно, мы можем нанимать войска тогда, в этом случае. Без особых проблем. И нам нужно следить за картой. You do not have enough gold to train. We are under attack. Так, феечки Морганы полетели. My witches will flay the skin from your quivering flesh. Все, задача этих феечек просто расстрелять. Мы тут лучниками более-менее справляемся прекрасно с ними. Так, теперь нам нужна башенка вот здесь будет. Башенка здесь, потому что феечек нужно будет расстреливать прям по полной программе. Эта башенка низкая слишком, а вот эта башенка будет нормальная для феечек. Но нам нужно еще добыть камень. Плюс дополнительно у нас тут очень много дерева. И нам нужно плюс смотреть на вот это вот все развитие другими глазами. То есть нам нужно еще помимо всего этого успевать выстроить все, что есть. 5, ничего себе, я даже свой рекорд перегнал. 5 выстрелов, вот так. Так, надеюсь, что люди там смогут пройти, все будет нормально. Так, пока здесь все нормально, что у нас здесь? Камень идет потихонечку, но он идет как-то очень слабо, так что давайте еще построим себе каменоломи, ну и привязи для валов, понятное дело, потому что привязи для валов у нас очень мало. По факту их действительно очень мало. Было бы неплохо их отстроить. Все, я думаю, этого достаточно пока что. Теперь сюда выстраивается башенка. К ней подводится лесенка. К этой башенке. Это же не Stronghold 3, здесь удобнее подводить лестницы. Ну и мы можем нанимать лучников. 23 лучника, они идут сюда. Здесь особо сильно никто не напрягается, просто ставятся лучники. И все, тут дальше идет в основном атака. Вот она, эта атака пошла. Они нас что-то хотят развалить, ничего страшного, пусть попытаются. Мы можем здесь спокойно отбиваться, вообще без проблем. Так, снова атака пошла. Опять феечки Морганы. Так, здесь мы как справились? Да, мы нормальненько справляемся. В принципе, нормальненько справляемся. Здесь мы можем отбиться, если что, рыцарями. Господина Артура. Так, луки закончились. Это значит, что нам можно купить спокойно луков и еще нанять себе лучников. Потому что луков у нас так нормальненько здесь будет. Так, и теперь уже постепенно нужно убирать вот эту вот лесопилку, потому что она нам нафиг не нужна. Нам нужно уже начинать что-то копить более интересное. Вот, например, тут есть... Да, стокпайл full. Стокпайл дурак. Значит, давайте стокпайл уберем чуть-чуть. Нужно будет, кстати, поставить башню, скорее всего. Но для этого необходимо будет нанять луки, для того, чтобы все было нормально. Так, теперь я хотел поставить... Да где она, кухня эта? Поставить кухню и в кухню производить как можно больше вот этого вот свининки. Опять стокпайл is full, но это все из-за дерева. У нас очень много дерева. Очень много. Прям максимально много. Такого быть не должно. Так, здесь у нас все. Следовательно, теперь у нас идут вот такие вот ребятки. Так, там то ли пройти к ним не могут. Пройти не могут или как? The stockpile is full, my lord. А, стокпайл full. Фу-ты. Пройти, говорю, не могут. Danger, my lord. A massive army will soon be upon us. Так, прекрасно. Значит, здесь 24 нанимаем. Woman, meet ready. Можно, в принципе, даже здесь попробовать поставить небольшую башенку, для того, чтобы отбиться. Чисто по приколу небольшую башенку. Yes, sire? Danger, my lord. A massive army will soon be upon us. Так, мы можем здесь нормальненько все делать, а вот на башню забраться не можем. А нам надо забираться на башню. Почему-то мы на нее забраться не можем. Так, прекрасно. Значит, делаем вот так, пусть они разбираются.
Give us the target. Так, ну вроде как все нормально, у нас пока идет даже развитие, причем действительно все хорошо. Давайте лучников, наверное, сюда разместим. У нас реально много-много всего-всего-всего, пока все неплохо. Так, мы не можем этого сделать, да? Что-то убираем здесь лестницу. Потому что я, по-моему, тут ошибся с башней, но это не страшно. Просто нужно поставить сейчас очень грамотно лестницу, чтобы мы хотя бы могли размещать лучников на башне. Все, и не напрягаться здесь просто размещать все. Да, камней у нас много, но мы ничего с этим поделать не можем, потому что я не могу здесь разместить как-то еще привязь для валов. Ни одну. Соответственно, стокпайл пока будет дурачком. А нам надо в это время уже придумывать себе какие-то более интересные занятия. Например, вот эти вот занятия. Это у нас арбалетные мастерские. Их побольше нужно поставить. Это все перевести на арбалеты. Можно мы все сразу выделить? Нет. Нельзя. Значит, давайте тогда будем все вот таким вот образом переводить. Плюс нам еще нужно будет от феечек Морганы постоянно отбиваться. Плюс нам еще нужно будет вот здесь вот тоже себе понаставить каких-то кожевенных мастерских, чтобы у нас все было нормально. Но их тут получится не так уж и много. Просто что они получатся. Можем чуть-чуть уменьшить себе вот здесь вот количество дровосеков. Тем самым вот так вот просто взять, поставить себе кожевенки еще. Кожевенки у нас вроде более-менее стоят. Здесь тоже лесопилки можно уменьшить. Типа они нам нафиг не нужны. У нас и так лесопилок, ну, достаточное количество. Их будет много, их будет хорошо. Здесь мы просто сделаем себе побольше мечников. Можно даже будет, наверное, рыцарей делать, я так думаю, скорее всего, когда придет господин Мерлин. Так, ну все, вроде как здесь все нормальненько. Камня очень много стало. По деньгам нам вообще как бы плевать. У нас и так всего много. Лучников много. Всего действительно очень-очень много. Можем поставить себе здесь еще хижин. Одну. Вторую. Третью. Думаю, пока этого хватит. И додумываться до чего-нибудь еще. Тут есть статуи, статуи, которые приносят все остальное. Но они нам пока не нужны. Есть еще рынок, я вижу. Так что давайте мы его тоже поставим, потому что все-таки, ну, неплохо будет поставить. Так, Мерлин прибыл. Вот он, Мерлин. Нам надо Мерлина защищать. Нам надо его куда-нибудь, да, наверное, вверх поставить, чтобы не напрягаться. И сюда вот, наверное, Артурку тоже пригнать, чтобы все было хорошо. Плюс у нас тут лучники имеются, соответственно, тоже было бы неплохо. Арбалеты просто так выходят. Арбалетов просто копим, не напрягаемся. Так, здесь нам нужно будет барбакан построить. Или да. Или да, или да, или да, или да. Давайте построим барбакан. Здесь где-нибудь, потом. Потом, вот здесь вот, наверное, попробуем барбаканчик. Хотя нет, я, наверное, там дырку просто сделаю обычно. Просто лучники более-менее вроде как даже могут стоять, отбивать спокойно лучников Морганы. Никаких проблем не происходит. Да, вроде как лучников Морганы нормально отбиваем. Прекрасно, лучников Морганы отбиваем. Все, и считайте, отбиваем атаку. Без особых проблем. Нужно будет потом починить это здание. Можно ли его починить, правильно? Надеюсь, что да. Ну все, от этого вторжения мы отбились. Успешно завершили эту миссию, она сейчас будет продолжаться. Нам же нужно будет, наверное, Ланселота вызволять 100%. Но денег у нас очень много. Так, статистика по заданию. Хорошо, следующая миссия. There you are. It seems the scabbard from Arthur's sword Excalibur is also missing. The sword was given to him by the Lady of the Lake many years ago, and the scabbard is said to protect him from harm. Its loss is a great blow to both the king and to Camelot. If Lancelot and the scabbard are to be found,
then they will be within Morgan Le Fay's domain. We must press on and break down the walls. What duck? Merlin has cleared the ice blockage away, my lord. The path to Castle Chariot is open to us at last. Так, значит, нам сейчас надо подумать еще дополнительно здесь над несколькими. The land is too uneven to build here, my lord. Блин, обидненько, что нельзя построить, потому что я бы очень хотел бы еще здесь построить одну такую штуковину. То маловато у нас так получается. Нам нужно очень много кожевенок для того, чтобы у нас производить здесь арбалеты, мы будем через арбалетчиков. The land is too uneven to build here, my lord. Да, поиграем через арбалетчиков, пожалуй. Здесь у нас норма, мы можем поставить тупо двойной. Все будет нормально. 37, дерево нормально, железо нормально, но у нас полны склады, насколько я понимаю, да? Да, в принципе, полны склады. Так, здесь нельзя рыцарей производить, я так понимаю. Значит, нам нужно отыгрывать тем, что имеется. Здесь можно ли поставить еще дополнительно... Так, феечки будут нас постоянно прессовать, насколько я понимаю, да. Феечки нас будут постоянно прессовать. Нам нужно поставить все так, чтобы у нас чисто все было под защитой. Так, во-первых, нам нужен вот этот вот господин для того, чтобы здесь что-то разрушить, но, видимо, уже все разрушено за нас. Давайте я чуть понижу скорость, то что-то как-то оно, по-моему, подлагивать стало. Или мне показалось? А, наверное, разницы нет, это просто оптимизация Стронгхолда этого немножечко подхрамывает. Ну, ничего страшного, я так думаю, правильно? Здесь можем раздолбать стену, но нам нужно раздолбать и сделать небольшую дыру, вот такую вот маленькую-маленькую дыру. Но я хочу здесь же разместить еще осадный лагерь. Но осадный лагерь, видимо, нам нужно размещать где-то внутри замка. Где же его нам разместить-то? Я очень хочу где-то отыскать место, но место у нас... Ну, только вот это вот, я надеюсь, наверное, на это. Да, это единственное место, которое нам можно найти. Все. И я хочу здесь делать... немножечко катапульт и очень много щитов. Recruits needed, sire. Moving to sight. Потому что если мы собираемся играть через лучи арбалетчиков, то здесь, наверное, это будет самым адекватным, в принципе. Our swords are yours. Так, арбалетчики здесь стоят. Им, наверное, надо лестницу поставить отдельную, чтобы никаких проблем не было. Давайте лестницу поставим сюда отдельно. Здесь же сразу запустим лучников, чтобы действительно было меньше проблем. Здесь будем наниматься прям по полной программе, так что давайте вот так сделаем здесь. Ага, нас лучники раскидывают, вот так вот нас лучники раскидывают. Нам все-таки нужны будут лучники, так что будем нанимать и лучников заодно. А, нельзя закупать, прекрасно. То есть можно было закупать, теперь нельзя закупать, соответственно, нужно было думать раньше. Ладно, черт с ним. Давайте тогда мы сейчас подведем хотя бы сюда поближе хоть что-нибудь, потому что иначе нас так будет расстреливать на спокойничек, а мы ничего даже делать. Что, нельзя нам подвести арбалетчиков даже получается? А, они тупо не достреливают, а что я хочу? Они тупо не достреливают, конечно. Значит, тогда давайте копиться внутри замка. Потому что, наверное, все-таки это будет более правильным. Будем копиться внутри замка. Так, все. Отваливаемся сюда, внутрь замка. Так, копимся, значит, здесь. 22, там 2, туда-сюда. Так, здесь этих копим сюда. 80 популярность. У нас популярность почему-то стала понижаться вдруг ни с того ни с сего. Давайте тогда налоги чуть снизим. По деньгам у нас так все нормально. Ух, у нас по арморам не все нормально. У нас очень, ну, мало кожаных бронь почему-то. Ну, кожаные броньки-то понятно, почему мало. Я уже об этом говорил. Просто дело в том, что их действительно очень мало. Давайте здесь уберем яблоневый садик, раз такое дело. И сделаем себе здесь еще кожевеночек дополнительно. Неплохое количество. Да, наверное, кривовато все-таки разместил, но... Ну ладно. Если понадобится еще что-нибудь, я думаю, разместим. Так, нам бы вот от этих лучников как-то избавиться. Есть ли у нас что-то, чтобы мы избавились от этих лучников побыстрее? Есть только катапульта. Эта штука расстреливается, да? То есть есть катапульты, которые, в принципе, могут нам помочь. Давайте тогда мы сейчас возьмем катапульты. Себе сделаем. Подъезжаем сюда. Значит, у нас здесь получается сколько щитов? Щитов много получается.
We are under attack. Так, опять феечки, насколько я понимаю. Морганы. В принципе, это не так страшно, как хотелось бы. Да, вот они, феечки, морганы. Это все ерунда, дохнет очень быстро. То, что это швалина. Никчемная. Так, здесь убираем, убираем. Давайте тогда мы подвозим. Поехали. О, через стену прошла катапульта. Ой, прекрасненько, прекрасненько. Очень нравится, очень нравится. Так, ну ладно, через стены, через стены. Нам нужны мантилеты здесь. И плюс дополнительно подведем катапульты под эти мантилеты. Да, мантилетов у нас будет много, понятное дело. У нас всего будет много. Мы будем постепенно этими мантилетами только отыгрывать. Пять феечки Моргана, да фиг с ними. Ничего не происходит. Могут ли катапульты здесь что-то раскидывать или нет? Вот что меня сейчас больше всего радует. Или не радует. Не могут этих лучников раскидывать никоим образом. Значит, давайте мы все-таки сделаем кое-как по-другому. Да, Мерлин здесь, конечно, вроде лишний, но мы его подведем. Мы уничтожим этих чертов лучников. Они потому что немного напрягают, это действительно напрягает. Увозим катапульты отсюда. Что-то вообще как-то не получается у меня катапультами этими отыгрывать. Я просто не понимаю их ренжа. Забываю, что тут можно сделать. Просто вроде как у меня и так все пока нормально. Так, нам нужно сейчас Мерлина сюда подвести. Значит, давайте вот так. Мерлин. Катапульты. Так, Мерлин. Все прекрасно. Пока все более-менее нормально. Тут по деньгам все более-менее нормально. По популярности все хорошо. Вдруг ни с того ни с сего тоже стало. Так. У нас проблемы только по кожаным броням. Давайте тогда мы эти кожаные броньки вот отсюда вот. Опять же удалим. И сделаем себе здесь... кожаных бронь. Хотя бы сколько-то. Да, неважно, сколько мы сделали, хотя бы сколько-то. Нам нужен Мерлин, который будет здесь способностью играть. Естественно, плюс дополнительно я хочу еще щиты. Так, кривовато получается, но... Но. Нам бы еще где-то здесь разместить хижину. Вот так вот. Прикольно, прикольно. Yes, ну ладненько. В общем, нам нужен все равно этот Мерлин. Нам нужно этого Мерлина. Будет прикрывать вот так вот щитами. Я его подведу и здесь воспользуюсь способностью. Блин, Мерлин, ну ты не замерзай, пожалуйста. Не замерзай, пожалуйста. Так, можем? Можем. Все. Стокпайл дурак, но мы уводим Мерлин. То есть у нас получилось. Черт с ним, с этими щитами. Их и так очень много можно сделать. Вообще ничего страшного не будет, если мы их так чуть-чуть потратим, я так думаю. Блин. Я тут нашел, что можно, оказывается, вот так вот все ставить. Ну и фиг. Значит, сюда нам нужно вывести все щиты, которые у нас сейчас свежеготовые. Это вот эти вот щиты. Вот так вот летят. Здесь у нас миллиард просто всех плюс лучники. Миллиард всех плюс лучники, плюс вот это вот. В принципе, Мерлин нам уже здесь и не нужен как таковой. Можно его убрать отсюда. Так, стокпайл фул, но я не поставил себе рынок. Где рынок? Надо найти рынок и поставить его себе. Все, поставили рынок, давайте. Автопродажа 15. Здесь автопродажа 15. Такая же история. Все. Автопокупка не включена. Здесь дерево пусть будет 500. Я думаю, этого достаточно. Так, можно еще настроить, наверное, еду. Давайте настроим автопродажу 500. Этого автопродажу будем настраивать? Не будем. Куплю оружие, нельзя настраивать. Ну и черт с ним. Все, значит, ставим. Поехали. Первая армия, вторая армия, третья армия, четвертая армия, пятая армия. Ну и все, и поехали. Просто будем так и играть. Все. Сейчас будем штурмовать жестко. У нас все равно очень много денег уже как бы развился. Уже можно было давно-давно все сделать, но я не делал этого. Ну, черт с ним. Не делал. Правильно. Ну, как бы лучники — это легкие войска, мы не будем лучниками так легко распоряжаться, как хотелось бы. Мы будем, наверное, арбалетами распоряжаться. Вот это вот будем распоряжаться, действительно. Почему бы и нет? Щиты почти подошли, мы, в принципе, готовы. Давайте тогда подпускать. Ага, подпускать. Тормозим.
Прекрасно, значит, имеем право вот так сделать. Сюда, сюда, сюда. Подходим все потихонечку. Будем расстреливать, если такая возможность есть. Так, арбалеты, тормозим, убиваем. Подходим. Так, у нас тут лютая сумасшедшая армия. Имеем право просто пробивать барбакан. Можем просто стены пробивать. Это быстрее будет и лучше. И легче нам даже. В принципе, с лучниками стены, я думаю, можно попробивать хоть чуть-чуть. То эти лучники нас будут напрягать очень сильно. А так мы просто эти стены попробиваем и все. Все, лучники, до свидания. Отрабатывайте как хотите. Мечники подходят, все. Здесь нам просто нужно грамотно все откидать. Давайте мы лучше зайдем отсюда. Ну и поехали. Заходим, заходим, заходим. Все, там дальше как получится. Здесь особо сильно не напрягаемся. Давайте, наверное, Артурку сюда тоже заберем. Заберем. Так, здесь 24 арбалета. Пусть пока просто набираются крестьяне. Ничего страшного не происходит. Мы напрямую просто пробьемся к нему и все. И не будем напрягаться особо сильно. Правильно? Зачем думать о чем-то? Если можно просто не напрягаться и вот так вот пробиться. Поехали. Просто вот так вот напрямую пробиваемся и все. Идем к сэру Луцилу. В гости. Все, можем даже, наверное, лучниками чисто пробежаться. А поехали всеми вместе. О чем мы напрягаемся? Правильно? Все, сюда. Король Артур. Так, ну давайте мы, наверное, рыцарей сделаем, чтоб наверняка. Все, поехали вот сюда, вот к Луцилоту. Все, освободили. Так, и нам нужно захватить этот замок? Я думаю, да. Нет, ну и не надо. Нас и так миллиард всего. Нам настолько пофиг, честное слово. Все. Все, просто большое развитие получилось. Длительное. Sir Lancelot has been freed, but there is no sign of Excalibur's scabbard or Morgan and her accursed offspring. If I know anything about that witch, then this won't be the last time we taste her sinister meddling ways. Вот так вот. Миссия следующая какая? Понятно. Все. На этом, значит, получается все. Следующую миссию в следующий раз. С вами был Роджин. Не ленись и подпишись на канал. Ну и удачи. До следующего выпуска. Funny boys, funny